Всем привет! У микрофона Веля, ребята, добро пожаловать на новый ролик! 4 дня не было роликов, потому что, ну, сами знаете, новогодние праздники, все дела, как бы, да? В общем, у меня теперь есть одна такая маленькая особенность. Я, блин, хочу покупать всем голд пассы. Хочу всем, блин, прокачивать батл пассы, блин. Тебе, блин, прокачать, всем, блин, прокачать. Поэтому не забудь лайк, подписка на канал с колокольчиком, без комментариев, чтобы я, типа, там, батл пассы прокачал, все дела. Но у нас вот такой вот ролик интересный. Со мной сегодня Рома Гриз за кадром, со мной сегодня Люсик за кадром. Что мы будем делать? Во-первых, я хочу сделать вот такой вот ролик, что я за каждую смерть в матчмейкинге буду покупать по 10 левелов Battle Pass. То есть мы пойдем, мы будем играть на легендах, потому что мы кто? Мы легенды, я на втором своем киберспортивном аккаунте. Вот, должно быть очень классно, очень интересно, тем более, когда вы смотрите ролики, где покупаю Battle Pass, вы меня так поддержите лайком, поэтому все, жду сразу лайк. Ну и что, залетаю, значит, в Нью-Йорк 2021 и такой, типа, блин, купить Gold Pass. Давайте самое первое, что мы сделаем, это купим Gold Pass. Погнали. Ну, ребята, Gold Pass у меня теперь есть на аккаунте. Прекрасно, я могу взять бычка вот это вот надеть себе, да, красивого такого применить. Ну все, я уже как бы в лобби. Гриз, Люсик, Веля здесь. Ну что, ребятушки, погнали играть в матчмейкинг. А на сайт GG Standoff уже завезли самое масштабное новогоднее обновление. Халявы стало еще больше. Вот тебе 3 шага к лучшим скинам Standoff 2. Первое. Заходим по ссылке в описании на сайт и крутим бесплатный барабан бонусов. Забираем свою халяву, но это еще не все. По промокоду ты сможешь покрутить барабан еще раз. Забирай вдвое больше бонусов. Второй шаг. Пополняй баланс моим промокодом и бегом в раздел «Скинопад». Ведь там тебя уже ждут подарки в виде скинов. 3 скина ты получишь за депозит в 100 рублей, остальные за каждые 750. Пополняя баланс, чтобы открывать лучшие кейсы, ты уже получаешь скины. Это очень круто, ведь количество подарков не ограничено. Третий шаг. Открываем новогодние кейсы со скинами New Year 2021 и получаем токены. Их можно потратить на новогодний ивент с халявными кейсами. Как и всегда, GG Standoff показал, что это лучший сайт с кейсами, ведь таких масштабных обновлений ты нигде не увидишь. Вперед за лучшими кейсами на GG Standoff. Ссылка и промокоды в описании. Вау, нифига себе, Люсик. Вот это ты, конечно, мне подкинул нормальный такой скинчик. Откуда он у тебя, блин? Ты куда там убежал? А ну-ка, все, рассказывай, что это такое, братик? Что это такое? Я не понял, это откуда у тебя? Ага, понятно, значит, ты ограбил банк. Ну, все понятно. А вы что думаете, почему так долго Люсика нет? Потому что он там работает, он там это вагоны разгружает, чтобы отдать кредит уже за этот АВМ Treasure Hunter. Ну все, короче, пацики, погнали. Я не знаю, нас запустят? Да, нас запустят, короче. Я не знаю, почему они играют вчетвером, типа они фул тима, но хрен его знает. Возможно, один типа дисконнектнулся, но почему нас запустило? Видимо, он переподключается. Ну что, тогда погнали, быстро, ребяшки, ё-моё. Let's go, let's get it, как говорится. Так, ну они, короче, на А, видимо, идут. Да, это А. А, это уже первый килл, фак! Кто еще так быстро-то? Ну чё, блин, да первые 10 левелов, let's go. Ну что, ребятушки, первый килл, меня, блин, убили, офигеть, 5-4 играли. Ну все, самое время, блин, купить 10 левелов, да и посмотреть, а что мне за эти 10 левелов-то, в принципе, и дали. Итак, платеж выполнен. Ну и давай, блин, 10 левелов, это, в принципе, что нам мне дадут интересного. Так, давайте посмотрим. Скин, кейс, тоси-боси. Нормально, не, нормально, четко, давайте проверять, ну-ка. Итак, мне дали, блинский, короче, мне дали, значит, Iron Will 3, M110, Flow, я не понял, алю. Ну, как бы здесь есть еще 2 фейбл, а, 1 фейбл, другой Скорпион, еще Фуриус и Скорпион Бокс, это прикольно. Ну и по, в принципе, стикерам тоже. Тоже неплохо, ребята, идем смотреть, что ж я там буду, какие красивые киллы давать дальше. Да-да-да, вот типа вот эти вот префайры, конечно, ужас. Хорош, Ромасик! Ля шо дал? Лучший! Просто лучший! Что сделал? У меня, блин, очень плохой счет сейчас, господа. Ну чё, блин, они не фул тима играют, поэтому это изи-пизи должно быть. Давайте, господа, полетели, как говорится, по-быренькому их разнесем. Ой, ля дядя... Да фак! Почему у меня не хватает патронов? Ну мы выиграли, но я проиграл! А чё я как-то так работает-то? Ладно, погнали покупать следующие 10 левелов. И тут вторая, самая глупая смерть!
Напоминаю, мы играем 5 в 4. И теперь мне интересно, как бы выиграем ли мы эту карточку или нет. Но, как говорится, челлендж есть челлендж. Умер второй раз. Погнали покупать еще десяточку уровней. Платеж выпал. Прекрасненько. Ну и теперь, я думаю, что сейчас полетим по красоте. Посмотрим, что за 10 уровней мне дали. Ну и что у нас интересного? Да елки по... А нет, Charm Christmas. Как бы елочка, классно. Скорпион Кейс, 2 бокса. Опять Iron Will. А где мои статрековские скины? Алло, стендов, ну что за приколы? Ну реально, ну это капец. Не, ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. А как бы, мне интересно, дойдем ли мы до ножа? А я как бы, ну, не хотел бы. Но и с другой стороны, хотел бы. Потому что, как бы, мой киберспортивный аккаунт. Ну что, смотрим, что будет дальше. У меня, короче, есть хитрожопный план. У меня есть P90. Вот с P90 тупо зажимчиком всех тупо размеза. Ну, растаскаю, как говорится, просто разнесу. Ой, ля ты, Люсик, что даешь? Ля ты, конечно, молодой киберспортсмен. Такая котлеточка. Нормально, видишь, красиво, тупо дал. Зови меня ниндзя. Ля, что дал? И там еще УБ. Ну кто здесь, блин, батя, блин, киберспорта, блин, а? Кто здесь батя? Ну я здесь батя, конечно. Ой, Люсик, дай мне в АВМ, пожалуйста. Я покажу подписчикам, что у меня типа есть АВМ, да? Вау, подписчики, блин, прикиньте, купил себе АВМ, блин, такой классный. Ну, сегодня дорого получилось, как бы, да. За 0.03 его выловил, блин, ребята, вообще натуре АВМ вообще классный. Вот, да, как бы, да, тут уже пацаны офигевают. Не-не-не, я его, как бы, свой АВМ не отдам, блин, всего лишь за 0.03, как бы, я получил голды, очень классно. Спасибо большое, кто там мне слил за 0.03. Вот, ребята, кто хочет АВМ, ставьте лайк, как говорится, подписывайтесь на канал. Я это ставлю в начале ролика, чтобы все поставили лайки. И подписались на канал. Сейчас они, возможно, на переходку. Уф! Уф! Боже мой, что сделал этот молодой Веля? Потому что АВМ, как бы. Люсик, все, забирай свой АВМ, блин, нафиг мне он нужен, короче. Я умер, как бы, все. Это третий десяток, пацаны, понимаете? Третий десяток, это все, это нож. Третья смерть! Оу, да! Сколько мне обходится одна смерть? Одна смерть мне обходится в 790 рублей, если там будет 10 смертей. Ну, чуваки, это 7900 рублей получается. Блин, я потрачу, нифига себе, простите! Окей? И при том, что, как бы, блин, ну, это деньги, деньги, это, блин, это батл-пассы. Ну чё, все, давайте, как бы, пойдем, блин, купим 10 левелов и посмотрим, какие офигенные скинчики, стикеры и брелки мы выпадут. Ну все, полетели, платеж выполнен, вперед! Не могу ждать, не могу ждать. Нужно смотреть, что выпадет. Прекрасное такое, красивое это. И мне... Ну это же... Ну нож балдевый, смотрите! Так, ну я думаю то, что этот аккаунт будет мой основной, мне кажется. Потому что, как бы, почему-то мне на основу ничего нормальное не падает. Блин, блинский капец. Ну здесь красиво, ё-моё, применить. Да за всех применяю, нормально. Статрек, блин, мне выпал MP5. Ну и как бы хрен с ним, да. Ва-ва-ва-ва-ва-ва, ещё Winter Fun Color, прекрасно. Не, ребята, ну нож-то все балдёжно, мне уже нравится. Да, как бы MP5, как бы статрековский один, ну хрен с ним, как бы у меня есть нож. Я довольный, но у нас впереди еще катка. Давайте смотреть. Ура, как неожиданно, что мы выиграли, вау, ну реально, ты вообще неожиданно, блин, вау, офигеть, 5-0, ребята, блин, играем против четверых ребят, шо? Ой, спасибо большое, братик, спасибо, век не забуду, подписчики смотрят на тебя, братик, век не забуду, спасибо большое. А, ну все, это все на... Уа! Да фак! Да как он так вылез-то быстро, э? Давай, Люсик. А, лох, Люсик, все пишем, Люсик лох. Да не, он киберспортсмен, не пишите ему гадость. Сейчас Ромасик опять возьмет, блин, затащит катку. О-ха-ха! Ну, Ромасик всегда, как бы, на помощь подойдет, как бы, знаете, когда мы с Люсиком откиснем, Ромасик всегда залетает и такой, бе-бе-бе-бе, все. И это победа. Четвертая смерть! Да они глупые какие-то все, блин. Какие-то глупые смерти, блин. Но челлендж есть челлендж, тем более, как бы, я на самом деле уже на позитивочках, ведь мне выпал авенный нож, ребята, значит, мы это, как бы, ну, не просто так делаем, да? Окей, получить уровни. Ну и что? Четвертый десяток полетел.
Вот я сижу, и знаете, что мне не хватает? Мне не хватает М16 за трек, мне не хватает АКР-12 за трек, как бы, ну вы поняли, да? Ну и, собственно, да, вот сейчас, если будет М16 за трек, вот это прям вообще будет пушка! Два АКР-12 за трек! Вау, ребята! А впереди еще катка. Нормально, блин. Так, полар, этот, полярный медведь, блин, мне выпал. Не вяз себе. Чуваки, ну что-то прям фартит. Применить за террористов. Блин, фартит, мужики, еще кейсов подлетело. Нормально, красиво. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрим дальше. Возможно, я, кстати, еще один нож себе куплю. Посмотрим. Нифига, у меня все залагали. Ё-моё, а это что такое, я не понял, почему все телепортами бегают? Блин, нормально, мужики, вам нормально с двумя АВМ здесь как бы на меду стоять? Забрал? А, это ты, иллюзия, господи, же бугаешь меня так. Тупо ящейка врывается. Да, пахнет. А, блин, ну опять Ромасик, блин, забрал. Ну ё-моё, Ромасик, ты, блин, этот, кто, 7-0, ты вообще, ты кто такой? У меня 6-4. Ромасик, блин, киберспортсмен, блин. Не берите Ромасика в киберспортивные всякие там команды, он мне еще нужен. А, блин, ну я хотел, блин, ТХ, брат. Ну, спасибо, блин, еще раз тебе рис... Спасибо большое, Ромасик, спасибо. Все, теперь с ТХ буду бегать опять. Так, чекайте, самое время. Самое, так, надо братанчика в друзья добавить. Где ты там, братанчик? Добавь в друзья, готово, блин. За такие мувы надо как бы и в друзья добавить, понимаете? Все, я понял, короче, сейчас чекайте будет вообще от меня. Невероятный килл. Ноускопом дам. Ща, ноускоп! Чекай, ноускоп. Изи. Да куда? Ну вы видели перекрестие? Ну вы видели перекрестие? Стендов, не понимаю, что за приколы? Придется еще идти покупать 10 левелов. Но ноускоп-то был красивый, блин. Ну если бы я его убил бы. Это пятая смерть. Это пятая смерть. Че ты смеешься, блин? Это не он, блин, не Люсик, блин, покупает сейчас Battle Pass, а я. Ну что, десярик. Ну и сейчас, Stand of 2. Давай договоримся, блин. М16, статрек, хорошо? Все, это я так договариваю со стендом. Хорошо, все, договорились. Покупаем 10 левелов, let's go. М16, статрек. Мне в инвентарь! М16! Мне в инвентарь! Статрек! Заходим, смотрим. А, еще Polar Knight! Ля, да и ладно, хрен с ним, как говорится, с этим М16. У меня есть Iron Will еще статрек, и у меня еще есть и полярная ночь статрек. По-моему, два брелка! По-моему, балдеж, ребята! Ууу! Но, дойду ли я до ножа? Интересный вопрос. Смотрим дальше. Душите удава! Задушили удава, тупо красавцы, тупо лучшие, тупо малорики, тупо вообще лучшие, блин. Так, ну все, пацаны, это изи. А мне кто-нибудь может еще АВМ даст? Можно АВМ, пожалуйста? Ни у кого больше не осталось АВМа, блин. Ну, блин, ладно, свой куплю. Нет. Ууу, господа, ну как бы, собственно, для этого я и брал АВМ, чтобы рано или поздно дать вот такой вот мув. Итак, 9-0, ребята. О, победа сейчас будет реальная. Последний, короче, просто врываемся, знаете куда? Врываемся на Апленд, это который справа от нас будет. Да? Я не шарю вот в этих ваших стендов. Да, на Апленд врываемся с Тэкнайнами. Вот, и все, и показываем, кто здесь батя вообще, кто здесь отец. Тупо врываемся вообще, то есть не сын, тупо врываемся. Все, у меня бомба, я врываюсь. Вот прямо даже не думаем. Все, даже не думаем теперь точно. Моя любимая тактика, не думать. Забрал. Ну это победа, господа. Уу! Сколько же нам дадут ММР за игру в 5-4. Интересно, блин. Вау, 9-5 у меня счет. Не вяз себе. Люсик, почему ты еще не элита, блин? Я не понял, не легенда, я не понял. И это плюс 16. What the fuck? Нормальная тема. Ты спросил, почему я не элита? А, ну нет, ты элита, да. Я говорю, почему ты не легенда, блин? А потому что лох не умеет играть на самом деле. Только вот себе ТХ купил, да, как бы, а играть не умеет. Все, ребятушки, у микрофона был Вэй. Спасибо большое за просмотр, за лайк, за подписку на канал, с колокольчиком. Ребята, люблю, целую, всем удачи, всем пока!